детские куклы. Подпишись на канал. Поставь лайк под этим видео. Ты молодец. Ой, здравствуйте, детишки. Ой, а где детишки-то все? Ой, женщина, вы в таком виде? Куда вы? Вы куда вообще? Подожди, милочка, милочка, красоточка. Подожди, мне надо срочно всем рассказать. Мальчик, мальчик, иди сюда. Что случилось, женщина? Что вы хотите? Красавчик, слушай, а ты знаешь такое видеожара? Ты вообще был когда-нибудь на видеожаре? Я там слышала, это тусовка каких-то видеоблогеров. Ну, конечно же, это там будут самые крутые видеоблогеры. Там такая тусовка, что туда тебе надо купить билет себе и вот этому вот... Вот этому вот горшку купи билет, тоже его с собой возьми. Горшку-то зачем? Да я пошутила, ладно. Подожди, пойду всем рассказывать. Здравствуй, бородатый дяденька. Женщина, что случилось? Что вы хотите? И Маси, Поси, Ча-Ча. О, Ча-Ча, Мася, Ся-Ся. О, Мася, Ка-Ча, Маля, Ка-Ча. Ой, красавчики вы мои. Ой, сладкие детишки. А вы знаете вообще русский? Вы умеете по-русски говорить? О, Мася, Пася, Ся-Ся. Умеем. Вы приехали сюда для того, чтобы пойти на видеожару. Вы вообще знаете, что такое видеожара? Вы когда-нибудь видели? Да у вас там нигде в таком, в Китае такого нету. А сейчас подпишись на канал. Нажми на красную кнопочку, и ты станешь нашим подписчиком. Да только здесь вы обязательно покупайте билетики себе, братику, маме, папе. Слышите меня? Ай да, конечно, конечно. А что такое видеожара? Я никогда не слышала такое. Так вот, ты что, не слышал? Ну ты вообще, ты Ютуб смотришь? Конечно, смотрю Ютуб все время. Ну так вот, это тусовка всяких блогеров. Надо идти и смотреть. Купи у меня билетик. Бабуля устроилась на работу и билеты продает. Понял? Садись. Здравствуйте, я слышал, вы билетики продаете на видеожару? О, милочек, да, обязательно покупай у меня. По ссылке заходишь, короче, покупаешь, понял? Ну, дай мне за это съесть вот эту кашу. Ау, за информацию надо платить деньги. Очень приятно. А хотите, вот еще возьмите вот такой. Ой, дяденьки, здравствуйте. Ой, желтый человек, такой интересный. Ты что, на печку-то залез? Слушай, покупай билеты на видеожару. Хочешь, я тебе расскажу, какие там вкусные бургеры? Ну, у тебя тоже хорошие. Может, ты там работать будешь? Может быть, ты там будешь продавать хот-доги всякие? Ой, с удовольствием я там поработаю. Ну, дяденька, ой, кимоно или кто ты тут? Ты что, бьешь, что ли? Ой, на видеожару лучше бы пошел, чем сидишь тут пьешь. Здравствуй, красавчик. Ой, ты такой остроносенький, такой интересненький, хороший такой, в синем костюмчике. Ты вообще был на видеожаре в прошлом году? Здравствуйте, спасибо за комплименты. Не успеваю за вами ничего. Слушай, ну некогда мне тут с тобой ля-ля-ля-ля. Ты давай билетик покупай и все, иди на видеожару, понял меня? Ой, спасибо, тетушка. Я посижу, подумаю. Ты долго думать не смей, потому что все билеты разберут. Кстати, я тебе точно говорю. Девушка, красавица, иди сюда, иди, а то тут... Не подойдешь к тебе. Ты знаешь, что такое Ютуб? Конечно, у меня свой канал. Я создала, у меня свой. Так вот, надо идти тебе обязательно на видеожару и там тогда потусоваться с этими всякими видеоблогерами. И меня встретишь там. И королевских кукол там увидишь. Ну все, мне некогда, билетик покупай. Скажи своей маме, беги маме, говори, чтобы она тебе билет купила туда. Спасибо, ура! Я так люблю видеожару! А сейчас подпишись на канал, нажми на красную кнопочку, ты станешь нашим подписчиком и всегда будешь смотреть самые интересные и самые модные мультики! Ой, дедуля мой, привет! Бабушка, что с тобой? Ты как выглядишь? Ой, дедулька... Ну ты уж меня прости, но я тороплюсь, тороплюсь. Подожди, не уходи. А ты чё тут сидишь вообще? Ты чё с внучкой тут сидишь? Накормил бы её хоть мороженым там, всякими вкусняшками. Сели и сидят за пустым столом.
Вот, возьмите пирожные вам там всякое. А бабуль, ты где была вообще? Ой, внученька, я на работу устроилась. Продаю билеты на видеожару. Так что ты, я тебе тоже билетик куплю. Так что ты там это, пирожен много не ешь, чтоб не потолстеть. Ладно, я побежала. Дедок, тебе тоже билет куплю на видеожару. Да не хочу я ни на какую жару. Мне и так жарко. Да ничего ты не понимаешь. Ладно, потом расскажу. Потом. Ребятки, что у вас тут? Огонь горит. А ну давайте огонек подкинем, жару вам. О, как горит огонь. Здравствуйте, тетушка. А что вы так выглядите? Я продаю билеты на видеожару. И я пришла вам рассказать, чтобы вы все купили эти билеты, понятно? Здравствуйте, тетушка. Я помню вас. Вы были у меня. Вы всех кормили пиццей моей. Хотите, угощайтесь по вкусняшечкам. Все меня знают, так хорошо. Дайте водички попить. Ой, кока-колы хочу попить. Все меня знают, так здорово. Вы такой добрый человек. Вы, пожалуйста, покупайте билетики на видеожару. Вы вообще знаете, кто такие королевские куклы? Ну, как вам сказать? Про кукол нет, не знаю. Это никому не рассказывайте. Вы что? Королевские куклы — это самый крутой канал в Ютубе. Вы вообще не понимаете что-то, ничего. А я знаю, что такое видеожара. Я был в прошлом году. А я смотрю канал «Королевские куклы», мне очень нравится. Вот, ты, дочечка, молодец, ты умничка. И продолжай смотреть. Ладно, заболталась я с вами. Внизу под этим видео есть ссылка. И по этой ссылке вы входите туда. Можете взять с собой в ручку бутылочку Фанты. И вы заходите по ссылке, купаете билетики, пока они еще есть. Слышите меня, все люди, люди, покупайте билетики. Слышите меня? Покупайте, пока они есть, они быстро заканчиваются. Пошли, купили билетики и собрались, и пошли на видеожару. Ладно, так, вот вам ваша бутылка. До свидания, я пошла. Мне надо еще успеть продать билеты всем. Здравствуйте, тетушки. Покупайте билетики на видеожару. Дайте вам эту шляпу, дайте мне эту. Ой, слушайте, что-то я так выгляжу. Правда, непристойно в этом костюмчике. Может, у вас что-то найдется одеть хорошенькое для меня? О, вот эта платьица как раз подойдет мне. Ой, отлично, спасибо. А туфельки на каблуках можно? Я побежала на видеожару. Я красивая такая. Ой, нет, зайду побрызгаюсь еще духами. Тетушка, сделайте мне, пожалуйста, на голове очень красивую прическу, потому что я иду на видеожару. Сделайте мне, пожалуйста, хорошую прическу. Нет, мне сделайте что-то красивое, молодежное. Отлично. И рыжим цветом. Нет, не рыжим. Не хочу рыжим. Давайте синим. О, вот это то, что надо. А я побежала, я такая красотка. Спасибо, дайте духами попшикнуть. Пшик, 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 пшик. А нет, это не духи, вот духи. Пшик, пшик, пшик. Красота. Ну все, пока. Ой, ребятки, устала я, бабулька. Прям я такая молодец. Столько всего сегодня сделала. Столько билетов продала. А вы, если еще не купили билеты, ребята, не медлите, билеты заканчиваются просто на глазах. Ну все, пока. А сейчас подпишись на канал «Королевские куклы», и ты всегда будешь смотреть наши мультики. Это самые прикольные мультики во всем мире.